러시아에서 왔어요. 러시아에서 작가의 심을 진짜 스스로 왔다. 안녕하세요. 다샤. 다샤. Всем привет! Так я на сегодня я буду снимать видео корейская девочка Ханель. Она будет в первый раз в жизни встретиться с русской Дашей. Даша, она русская, но работает в Корее моделем. И чтобы ребенке дать времени, чтобы она не плакала, Даша там скрывается. Потом она будет появляться, когда ребенка приедет. Вот она там скрывается. Даша, где ты? Даша, где? Даша скрывается там с подарками. Как ты чувствуешь? На чува. А ты видела корейскую девочку или ребенка? Ну, я видела только на улицах, но вот так вот близко. Не общались? Не общалась? Для меня это тоже эксперимент. Друзья! Она первый раз в жизни встретилась с русской девушкой и очень стесняется, поэтому папе. Привет. 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 하늘이가 마음을 담아 얘기하면 왜 한국말로 얘기할 거야? 어디서 왔어요? 저는 러시아에서 왔어요. 러시아에서. 어떻게 러시아에서 왔대? 아니 러시아 몰라? 너무 쑥스러워. 일사 공주님이 선물 준비했나 봐. 선물 볼까? 나 줄까? 하나 준대. 일사 공주님. Кажется, она еще стесняется. Нужно времени немножко. Да? Детям подарок всё решает. Уже обнимашки. Да только ты. Нам кейкаете. Боюдо, Эльса Кунгунанте. О, yeppun сэгичо. Эльса Кунгунни, 눈 색깔 봐봐. 무슨 색이야? 어때? 어때? 뭘까? 이름이 뭐예요? 이름이 좀 어려웠는데. 해보자. 마트리오시카. Корейские дети вообще обожают матрёшку. Море색깔 빼고 눈이랑 다 똑같지, 엘사 공주님. 몇 살이야? 하늘이 몇 살이야? 다섯 살. 집에 있을 때 뭐 해요? 하늘이? 인형과 놀아. 인형이랑 놀아요? 언니 이름 다샤야. 안녕하세요. 다샤. А как она будет реагироваться, когда Даша говорит на русском? Ханера, ты сегодня такая молодец. Когда я очень часто буду разговаривать на этом языке, и когда ты приедешь в Россию, ты уже будешь понимать, что там все говорят. Я хочу, чтобы я был там. 한국 얘기 처음 만나보니 어때요? 많이 물어보고.
저도 너무 긴장했어요. 중요한데요. сегодня впервые так близко общалась с детишками, с корейскими. Мне очень понравилось. Я, конечно, волновалась, но я думаю, все волновались, потому что это детки. Детки. Уже и привет, и спасибо сказали. Вот. Но было классно. Было классно. Смотрите все эти, это видео, ставьте лайки и пишите комментарии. Пока! Оставлю ссылку у Даши. Аня!